Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюз. Одной из тем для обсуждения стала возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Алиев отметил, что основу соглашения составляют 5 принципов, разработанных азербайджанской стороной: взаимное признание территориальной целостности друг друга, неприменение силы, отсутствие территориальных претензий, открытие коммуникаций между двумя странами, нормализация отношений. Президент добавил, что не видит серьезных препятствий для заключения мира. И мы говорим, что его надо подписать, и они говорят о том же. Но это надо сделать. Наше предложение было обнародовано. Я говорю о тех известных 5 принципах. Мы их обнародовали, они известны. К ним нет никаких возражений со стороны какого-либо ответственного международного субъекта, поскольку все они являются основополагающими принципами международного права, и Армении просто необходимо это соблюдать. В ходе интервью также затрагивалась тема экономического развития Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что оно обусловлено реформами, проводимыми в стране. Азербайджанский лидер подчеркнул, что нефтегазовый сектор остается основной частью национальной экономики. Кроме того, президент рассказал о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Благодаря проекту «Южный газовый коридор», состоящего из системы трубопроводов протяженностью в 3500 километров, азербайджанский газ поставляется в Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, Румынию и другие страны.